На старте посевной сегодня в Доме правительства обсуждали виды на урожай и планы на перспективу. Это повестка совместного заседания комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и коллегии Министерства сельского хозяйства. Ближайшие 6 лет для сферы АПК должны стать временем масштабных перемен. О задачах сюжет Дмитрия Ковалева. В подробном докладе вице-премьера не только отчет о проделанной работе, но и детальный анализ проблем сферы АПК. Так, в прошлом году нарастить объемы выпуска сельхозпродукции смогли только в половине муниципалитетов региона. Если проанализировать экономику районов, то из 21 муниципального района в 15 районах на долю сельского хозяйства приходится более 50%. За последние 3 года стабильный рост показали только 6 муниципальных районов. Чебоксарский район 124,8, Сибирский 109,7, Янтиковский 109,1, Баринско-Посадский 106,9, Канарский, Батыревский районы по 103,8. Наименьшие результаты в трехлетней динамике развития АПК в Алатырском районе 79. Но немалая доля производимой продукции в региональном Минсельхозе так и остается неучтенной. Только 38% фермеров предоставляют отчеты ведомству. И здесь необходимо навести порядок, отмечает вице-премьер. Еще одна проблема, на решение которой нацелены власти муниципалитетов – ликвидация заброшенных земель. Мы сами же видим, на самом деле этих земель становится меньше. Я каждое поле могу показать, в каком районе, где сколько обработалось. А посевные площади увеличить не можем. Да, понятно, с деньгами связано, но все равно мы должны знать, в чем причина проблемы, где эти земли. Вся посевная площадь за 3 года сократилась почти на 36 тысяч. Наладить тотальный учет за земельными участками поможет информационная система, в которой будет подробная база данных. В ближайший год нам предстоит сформировать базу данных в разрезе каждого поля, по структуре почв, их плодородию. Наполнение информационных слоев позволит видеть всю экономику поля, его рентабельность, эффективность посева на конкретных почвах тех или иных культур. Приоритеты перед аграриями расставил и глава республики. В ближайшие годы в сфере АПК предстоит реализовать 2 региональных проекта. Только экспортные поставки сельхозпродукции должны вырасти в 2 раза, отметил Михаил Игнатьев. Сельхозтоваропроизводители сегодня работают и добиваются хороших результатов. По прошлому году продукция агропромышленного комплекса составила 70 миллиардов рублей. Кто имеет сегодня собственности и земли сельхозназначения, и имущество, у них ответственность огромная, они добиваются лучших результатов. Работникам предприятия АПК с многолетним стажем глава региона вручил благодарности и почетные грамоты. Госнаграды – стимул трудиться с двойной отдачей, отметил Михаил Игнатьев. Ключевая задача этого года – нарастить объемы сбора овощей, зерна и картофеля. На поддержку эффективных хозяйств в бюджете уже заложили многомиллионные суммы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.